Губернатор Забайкальского края Александр Осипов уволил вице-премьера Александра Бурдалеева, который возглавлял Министерство экономического развития. Распоряжение подписано 13 октября. Согласно документу, имеющемуся у журналистов, некоторых СМИ Бурдалеева уволили по статье 192 Трудового кодекса. Она подразумевает совершение дисциплинарного проступка, выразившегося в систематическом ненадлежащем контроле исполнительной дисциплины в несвоевременном предоставлении отчета об исполнении стоящих на контроле документов. Бурдалеев перестал официально занимать должность министра экономического развития, между тем, с 16 октября. Получить комментарии самого Бурдалеева редакциям не удалось. При службе краевого Минэкономразвития информацию об увольнении не подтвердили. Сообщили, что Бурдалеев в понедельник проводил традиционную планерку. Александр Бурдалеев был министром экономического развития края с 22 октября 2019 года. До этого он полтора года занимал должность министра экономики Бурятии. Как только Бурдалеев занял пост в Забайкалье, он признал родство с владелицей торговой сети «Абсолют» Индирой Шахдаровой. Строительство школы на Советской в Чите будет заниматься Запдорстрой. Прошлого подрядчика отстранили от работы за замечаний к работе строителей. Об этом сообщили Запру в пресс-службе Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации. Ранее сообщалось, что концессионную школу на Советской рискуют не сдать в срок. Также напомним, 7 школ, которые возводят в Забайкальском крае в рамках концессионного соглашения, планируют сдать до конца 2024 года. Между тем, ООО «Запдорстрой» зарегистрировано в Москве. По данным открытой информационной системы ЧЕКа, директором компании является Геннадий Кушевский. Компания зарегистрирована в 2010 году, численность сотрудников 406 человек. Якушевский является и учредителем «Алерон Плюс». При этом «Запдорстрой» также является соучредителем «Алерона». Замминистра социальной защиты населения Елена Нижегородцева, обвиняемая в превышении должностных полномочий, в суде не признала свою вину. Следователи предъявили обвинение Нижегородцевой в июле. По версии следствия, в декабре 2021 года обвиняемая неправомерно направила в адрес федеральных министерств письмо с просьбой уменьшить объем выделяемых краю денежных средств на сумму 177 миллионов рублей, на которые можно было приобрести не меньше 24 жилых помещений. Свидетелем по делу стал бывший министр труда и соцзащиты населения региона Дмитрий Семенов. В обвинительном заключении, которое гособвинитель зачитал во время судебного заседания, говорится, что в конце 2021 года Нижегородцева дала указание подчиненной подготовить письмо в адрес Минпросвещения. По мнению стороны обвинения, Нижегородцева подписала письмо электронной подписью министра Евгения Казаченко, хотя не имела права этого делать. Своими действиями она подорвала авторитет органов власти. У населения создано впечатление о невозможности реализации государственной политики по обеспечению сирот жильем. Нижегородцева, отвечая на вопросы судьи, заявила, что не признает свою вину. Губернатор Забайкальского края Осипов запретил краевому Минстрою даже думать о провале планов по ремонту дорог в Забайкалье. Об этом сообщается в телеграм-канале ЗРТК. Со слов вице-премьера края Игоря Дубровина, плановые показатели по освоению денег дорожного фонда в этом году достигнуты на 100% не будут. С этим категорически не согласился Осипов. По его словам, нет никаких причин проваливать поставленные задачи по ремонту дорог. Этот год с управленческой точки зрения гораздо легче, чем предыдущие годы. Нет крупных наводнений, пожаров, нет коронавируса. Поэтому не вижу объективных причин для провала показателей. Это только личная позиция руководителя, сказал глава региона. Он также поручил собрать совещание, чтобы обсудить текущие проблемы по освоению денег дорожного фонда.